Мы познакомились с Владиком в институте, когда учились в Вологде вместе. Я была на третьем курсе, он поступил на первый курс. У нас была общая дисциплина, хор. И там мы, собственно говоря, и увидели друг друга. Он был смешной и очень милый. Встречались одной компанией, я в этот круг так вошел легко, потому что все общительные ребята. Ну и вот так вот все закрутилось, завертелось, и уже то, что постоянно начали встречаться, это вот на ее дне рождения она пригласила меня, я приехал к ней. И, наверное, уже это вот самые такие отношения начались, это уже после армии, после моей. Она дождалась меня из армии. Когда я уходил в армию, она написала мне смс-ку о том, что она меня любит. После армии я пришел, естественно, мы встретились, и уже начались серьезные отношения. Переехали в Питер, начали жить вместе. Ну и вот как-то так вот уже. 3 года мы с ней знакомы. Вместе. Позвольте спросить вас, является ли ваше решение стать мужем и женой взаимным, свободным и искренним? Прошу ответить невесту. Да. Жениха. Да. I've been waking up alone. Paint splattered teardrops on my shirt. Told you I'd let them go, and that I'll fight my corner. Maybe tonight I'll. Yeah, after my blood turns into alcohol. No, I just wanna hold ya. Give a little time to me. We'll burn this out. We'll play hide and seek to turn this around. All I want is the taste that your lips allow. My oh, give me love, my. Oh, give me love, my. Give me love. Give me love like never before. Cause lately I've been craving more. And it's been a while, but I still feel the same. We'll play hide and seek to turn
mess around. All I want is the taste that your lips allow. My mind, my mind.